«Делай мир лучше силой своего мастерства». Этого девиза придерживается международное некоммерческое движение WorldSkills International, зародившееся в послевоенные годы в Испании в 1947 году, когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. Раз в два года одна из 79 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019 году он пройдет на территории России в городе Казани в 20-х числах августа. А уже сейчас начались отборы. Сегодня, 12 ноября, во втором отделении Раменского дорожно-строительного техникума, расположенного в селе Игумново, стартовал 5-й открытый региональный чемпионат «Молодые специалисты WorldSkills Russia Московской области 2019». У нас здесь проводится этот конкурс традиционно, эти компетенции на нашей базе. И этот конкурс дает возможность показать умения, навыки студентам вот, на этих соревнованиях. Открытый чемпионат Московской области дает возможность победителям уже принять участие в финале чемпионата российского, который будет проходить в Казани в мае месяце. Сразиться за звание лучшего молодого специалиста в Раменский дорожно-строительный техникум на этот раз приехали студенты из 12 муниципальных образований. Состязания будут проходить 3 дня, с 13 по 15 ноября, по 8 компетенциям. Это 4 дорожно-строительные компетенции: управление экскаватором, бульдозером, погрузчиком, автогрейдером, обслуживание грузовой техники, обслуживание тяжелой техники и логистика, и управление пассажирским транспортом, автобусами. 6 компетенций проводятся на базе ОСП Игумново, это где мы сейчас находимся. 2 компетенции проводятся на базе Заболотевское отделение. Уже в эту пятницу, 16 ноября, станут известны имена победителей 5-го открытого регионального чемпионата «Молодые специалисты Московской области 2019». Именно они примут участие в финале 7-го национального чемпионата WorldSkills Russia 2019, который пройдет на базе «Казань-Экспо» и станет генеральной репетицией чемпионата мира. 5-й открытый региональный чемпионат Московской области WorldSkills Russia «Молодые профессионалы 2019» считаю открытым. Ура! Сергей Григорьев и Марина Миткевич для программы «Городские вести».